доброго дня. Как всегда, огород. Сегодня мне СМС пришло из усадьбы, что у них на плодовые деревья саженцы, с которой с комом. Акция, скидка 50%. У меня же магазин рядом. Давай, Гузель, бегом в магазин. Может, что-то, какое-то дерево куплю. Вот. И знаете, только не одну, а несколько штук. И начала сажать. И забыла вам похвастаться. Уже я три штуки посадила. Вот. Думаю, и вспомнила. Я же своим подписчикам, кто меня смотрит, я еще не похвалилась, не показала. Вот сейчас я вам покажу, как и с чем я сажаю, и какие сорта я купила. Купила как бы клоновидные яблони. Вот успела посадить я яблонь клоновидный джин. Вот. Сорта я яблони клоновидные. Московское ожерелье. Купила здесь она с комом прямо. Юльское черненко. Вот это летнее. И потом еще яблонь северный сенал. Я сажаю вот так. Купила биогумус и упаковку. Отечеваю, кстати. Потом добавляю суперфосфат. И также добавляю зола. Распорола я эту сетку. Видите, корни какие хорошие. Ой. Так снимаю. И потом закапываю. Вот это клоновидные. Они сами по 600 рублей были. Да, 600 рублей. Они достались по 300 рублей. У меня уже в огороде клоновидная есть яблоня. Вот. Видите, в этом году уже яблоньки есть. Посадила я ее в 18 году осенью. В этом году зацвела она и яблоньки. Всем привет! Хочу по традиции вам показать, во что я сегодня одета. Это вот на мне такое коротенькое платье. Я его запоясала вот так вот. Оно такой формы А. Одела вот такую джинсовочку большую, свою любимую. Плотные черные колготки. Мой рюкзак. И внизу будут черные ботиночки. У меня сегодня в начале дня было не очень настроение. На это есть поводы. Ну, мне кажется, это бывает у всех. Но сейчас улучшилось настроение. Хорошо все. Вот, мы идем гулять. Так я выгляжу. Зацените. Это у нас рамка со свадебными фотографиями. Не знаем, куда ее повесить. Это у нас полочки, которые я еще не заполнила детскими декорациями. Но это будет не быстро, потому что я не собираюсь абы что покупать, а постепенно буду заполнять эти полочки. Сегодня у нас установка зонта. Сначала сынок решил как бы бетонировать, вот где основание. Потом он сделал, придумал другое. Он взял вот такую сотку труба. Это сотка, сынок, или какой размер трубы? Сотку трубы. Приварил к нему вот такую пластину. Он сейчас вот эту трубу, как ее, вот это не молоток. Забью в землю. Ну, землю забьется. С чем вот ты будешь сбивать? Кувалдой. Кувалдой он сбивать будет, кувалдой прямо в землю. И будет вот это основание прикручивать. Хорошо, все крепко держится, только сегодня солнышка нету. У нас сегодня как бы дождик, то дождь, то нет, пасмурно. Теперь осталось дело плитку установить тротуарную. Стол, стул, пиво, водка и закуска. Спасибо всем детям моим, всем спасибо за подарки, за установку. Спасибо. Теперь лежаки надо сюда загорать. Мы
мы спонтанно решили зайти в ресторан японский и покушать суши. Сейчас я вам покажу, что я закажу, какие у нас названия есть и сколько стоит. Это уже жареные. Как видите, выбор не особо велик. Я возьму вот эти вот с креветками, огурец и сезам. Это... Хочу рассказать немножко о правилах насчет масок. Посетителей не в масках, но при входе нужно дезинфицировать руки, а официанты ходят в масках. Вот такие сейчас правила. То есть ничего такого, и столы заняты так же, как нормально, соседний стол уже занят, как видите. В принципе, как будто ничего не было, только официанты в масках. Но стоит, что 1,5 метра друг от друга должны быть, но у нас же нету 1,5 метра. Ну, я говорю, ничего по правилам. Принесли нам заказ. Выглядит мой вот так вот. А муж заказал вот такие вот жареные. С тунцом, да? Да, с самсом. Оформляют, конечно, некрасиво. Ничего не скажешь. Вот мои. Я себе заказала сок апельсиновый, а муж пиво. Всем привет. Малая у нас сидит, пока терпит. Полнейшее огорчение. Вчера у меня пион зацвела, бордовая, которая красная. Я хотела вам ее сегодня снять. Все, умыла дождь, цветок мой. Я даже теперь боюсь за свою белую пиону. У нас дождь так и льет. Она у меня первый год цветет. Видите, такая красота. И если тоже умоет дождь. Ну, конечно, не конец света, но огорчение. Долго не думая, я срезала пионы и в вазу. Свою комнату, туалетный столик. Они здесь мне радовать будут. Смотрите, комнату занесла. И какой красота, как она раскрылась. Аромат, аромат. Вот сколько бутончиков. Они мне здесь свою красоту будут раскрывать и показывать. Вот. Орхидейки у меня здесь. Они радуют. Правильно же я сделала? Правильно, правильно. Обожаю цветы. Любые. Садовые, домашние, комнатные, любые. Вот красота моя. Решили мы выйти погулять у нас в горах. В соседнем городе есть горы, где растет виноград для вин. Он так называется Вайнберг. То есть винная гора, если дословно перевести. Вот так вот. Но поднялся очень сильный ветер. Здесь такая красота. Сейчас я вам покажу. Смотрите, мы наверху, но мы еще не в самом верху. Если поднимаешься выше, то весь город как на ладони. Вот мы туда поднимаемся. Долго не сможем гулять, так как ветер поднялся, как еще раз сказала. Иначе малая может замерзнуть. Вот он, виноград. Смотрите, как много здесь винограда. И вот город Метцинген. А там... А где наш город, Игорь? Я всегда забываю. Там, да? В ту сторону. А? В ту сторону мы живем. Так вот. Смотрите, как тучи. Ну, в принципе, уже вечер. 8:00 вечера. Вот еще здесь виноградники. Такой вот масштаб. А вон там наш город. Вон там, где мы живем. В эти дни, кстати, я хожу почти без бровей, можно сказать. А все из-за того, что когда я красилась, у меня малая выпросила мою косметику и куда-то закинула мою тушь для бровей. Уже недели две нигде не могу найти. Я все уже обрыскала в квартире и под диванами. Ну, везде, где можно.
я не могу найти. Так и придется мне. Я не покидаю надежды, конечно, что я найду. Но мне что-то уже надоело вторую неделю ходить вот так вот без бровей. Наверное, придется новый покупать. Да? Куда ты задела? Куда ты закинула мамину тушь? Куда ты закинула? А? Вот так вот детям давать косметику, да? Ничего у меня не получишь. Ничего. Меня муж заставляет... Зеленое яблоко попробуй. Так ты ешь? А в детстве мы ели. Это был наш десерт. Правда, мы ели в соль макали. Некоторые макают сахар, да. А почему-то мы макали в соль и с черным хлебом. Фу, замерзли мы чуток. Сейчас едем домой греться. Что? Нагулялась, мадам? Не хочешь домой, да? Не хочешь? Надо, 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 дочь. Твоя кроватка тебя заждалась. Знаете что? Насмотрелась я на себя в предыдущих кадрах, где мы гуляем. Это сегодня. Я рассказываю про свои брови. И правда, они у меня такие бледные. Я такая страшная, без бровей. Реально, как мумия. Вот, в общем, я сейчас сидела, монтировала, соединяла кусочки. И думаю, нет, пойду-ка я красить брови. Это не дело нафиг. Вот так вот саму себя мотивирую. Кстати, когда мне нужна мотивация, я редко смотрю на других красивых девушек. Потому что, ну, не буду я так, как они, да, то есть... Да, я могу восхищаться чьей-то внешностью, но они меня не будут мотивировать, потому что я сама по себе личность, я буду по-другому выглядеть, и мне не нужно на кого-то равняться. Если я в чем-то сомневаюсь, в своей внешности или что-то, я просто начинаю копаться в своих фотографиях. И в тех фотографиях, которые мне нравятся, в которых я сама себе нравлюсь. То есть, может быть, для других я страшная на этой фотографии. Но для себя самой я нравлюсь в этой фотографии, моя внешность, все меня устраивает. И вот для меня это является мотивацией. Я начинаю, ага, я ведь была такой, я была такая стройная, я была такая с длинными волосами там, я была такая ухоженная. Все, начинаю. То есть вот то время, которое вот в этой фотографии запечатлено, меня мотивирует. Ну что, совсем другое дело, да? Смыла я краску, стала похожа на человека. Теперь можно идти со спокойной душой спать. Я уже в своей пижамке. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. Оставайтесь с нами, кто уже с нами. Всем пока-пока!